Вот взяли фаршик мы с тобой, нарезав лук добавили, и молочко налив сихой, мы с солью все приправили. Картошку взяли и давай, на терке три наяривай, затем водой все промывай, и в друшлачке отстаивай. Затем водой все промывай, и в друшлачке отстаивай. Добавив яйца туда, перемешай все тщательно. Сметана тоже нам нужна, муку сыпь поступательно. Сметана тоже нам нужна, муку сыпь поступательно. Сформировав лепешку, ты в середку фарш накладывай, а сверху ты для полноты картошечкой все сдобривай. А сверху ты до полноты картошечкой все сдобривай. И от плиты не уходи, поглядывай, как жарится. Не доводи до черноты, ведь это не исправится. Обжарив ты со всех сторон, на блюдо ты выкладывай. Шедевр тобою сотворен, и близких будешь радовать.